палкі, нестримні, водночас легкі та невимушені латиноамериканські та соціальні танці. Сьогодні будемо говорити про те, як же за допомогою танцю можна виражати себе. І допоможе нам розібратися у цій темі справді чудовий танцюрист, який побудував своє життя саме за допомогою танцю і знає усе, знає всі відповіді на це питання. Роман Демидов, ми з задоволенням зустрічаємо саме вас, чемпіон України шоу латиноамериканських танців, засновник школи соціальних танців у Дніпрі. І є у вас дуже багато послідовників, які теж хочуть так танцювати і навчати інших. Дуже раді вас бачити, пане Романе. Рад видіти. Так, ну що, танці заполонили ваше життя, заполонили життя всього міста, і можна сказати, що його перевернули. Да, я согласен з цим. Я це передаю своїм ученикам. Даже настільки це удачно виходить мені робити 2009 року, що навіть сюди прийдя, я зустрічав свого ученика. Так, бачите, да. Як соціальні танці взагалі мають якусь особливу харизму, мають силу, і за допомогою танців можна побачити себе іншою людиною. Ви змінюєте людей? Я даю їм можливість помінятися. Я показую путь. А мінятися чи ні, це вирішує кожен чоловік. Ну, я думаю, що саме розкутість, те, що справді виражає соціальний танець, він і може вплинути на людину. Досить таки серйозно, і людина стає іншою. Ну, зараз в епоху спілкування через соціальні сети особливо відчувається нехватку тактильних відчувань у чоловіка, і тому, звісно, знаходить он это в танцах. Это на данный момент социально разрешенная форма флирта. И я помогаю людям понимать это и использовать в своей жизни. Так, ну бачите, справді багато було різних направлень, багато різних шкіл, але соціальні танці таки затвердилися, дуже полюбилися. Там є свої правила, так? В соціальних танцях треба виконувати хореографічні напрямки, такі елементи, які поставлені вже, їх до нас хтось придумав, так? Чи є у вас авторські елементи, якими ви могли би поділитись і показати своїм учням? Ну, это большой вопрос в том, что есть база у каждого танца, есть общая база для всех танцевальных направлений, то есть они базируются на определенных канонах. Когда человек приходит, естественно, он начинает с самых азов, а азы бывают и просто человека выравниваем. Известно то, что у меня одна ученица на индивидуальном курсе за год вернула в росте 2 сантиметра. Ничего себе, доросла уже была, да? Да. И это было просто великолепным, потому что мы известно, что со временем мы ближе к земле. А вот возможность танцевать, она очень много танцевала, и на карантине была такая возможность, но опять же для индивидуальных клиентов, с разрешения всех норм. Вот, и она смогла за год добиться такого результата. Вытягивалась? И она не одна, да. Вытягивала свой хребет? Да, так? И было не все равно именно преподавателю ее танцев, то есть мне. Вот, и это не единичный пример. Есть потрясающий результат работы с людьми, у которых искривлен позвоночник. И они не верили, под спор приходили ко мне заниматься. Естественно, это очень трудно сделать в группах. Это индивидуальная вот работа мастера, ювелирная работа, когда под каждого человека находится необходимое направление, необходимое вдохновение, необходимое для того, чтобы он поверил в себя и нашел силы, и увидел себя в новом, ровном, красивом и стройном обличии. Вы знаете, Романа, вы справді от така людина, яка може зарядити. І це видно і в тих ваших постановках, і взагалі в підході до кожного індивідуально, так, і до групових занять. Тобто ви якимось чином людей заряджаєте. Я не знаю, як ви це робите, але хотіла би запитати, чи вам доводиться, не знаю, перезаряджатись вдома, чи ви, можливо, себе настроюєте перед кожним заняттям, чи це просто є у вас і все, і ви задоволені тим, що є?
Ну, безусловно. Если я отдаю очень много на занятия, то мне необходимо откуда-то черпать эту энергию. Естественно, это семья, это, естественно, мои путешествия. Я в моем TripAdvisor'е больше 36 стран. И вот даже этот Новый год я буду встречать в другой стране. Там будете танцевать? Да, конечно, причем на корабле. Вот. И понимаете, танцы тесно связаны с тем, что человек перестает сидеть на одном месте. Он стремится к большему, он видит больше, он стремится увидеть всю красоту мира. И, соответственно, путешествия ему в этом помогают, потому что в социальном мире танца, практически во всем цивилизованном и нецивилизованном мире есть места, где можно потанцевать, где проходят фестивали, конгрессы. Вот этот весь мир позволяет просто приехать в другую страну и найти людей, которые тебе рады, которые твои единомышленники, и они могут вместе с тобой маленькое чудо совершить для тебя. Ты быстрее ассимилируешься. Люди приходили вплоть до того, что человек знает, вот он собирается переехать в Новую Зеландию, он приходит ко мне и говорит, а что там танцуют, чтобы я быстрее... Правильно, бачите, як думают да. швидко люди. Правильно, через танець, через мову танцювальну, мову жестів і рухів можна дуже швидко познайомитись і знайти своїх однодумців. А багато людей танцюють. Абсолютно. Світ танцює. А і друга ситуація, коли к нам приїжджають, обычно мужчины за красивыми нашими женщинами, великолепными. Вот, они приезжают и приходят вместе с ними на уроки танцев для того, чтобы быстрее познакомиться и увидеть их настоящими. Потому что только на танцах открывается вся суть человека, настоящий запах и настоящие особенности. И это быстрее, чем, как говорят, надо сходить в поход. Вот, надо прийти в танцевальный класс, на вечеринку, потанцевать, і стане все понятно. От знаєте, багато є направлень танцювальних, коли треба все чітко виконувати, коли треба вивчити, і справді ти не потрапиш на конкурс, аж поки не будеш виконувати усю програму. То як тут? Це довільна така практика, чи все ж є правила, яким треба вивчити? Естественно. Є конкурсы, которые связаны с поставленной хореографией. Есть конкурсы, которые необходимо в которых импровизировать. И в социальном мире чаще преобладают вторые, потому что сам мир социального танца связан с импровизацией. И момент того, что что-то ты вносишь свое индивидуальное в танец, в канонах стиля, наоборот, приветствуется. И благодаря этому танцы социальные развиваются, они эклектично включают в себя другие направления, берут из них самое лучшее, бывает паразитируют, а бывает добавляют и обогащают мир танцевальный тем, что они развиваются и становятся новыми. Так, справді є такі направлення, які зараз ну просто зашкалюють. Там зумба, наприклад. Зумба – нет. Ні? Это, а сальса, бачата – ні? Не путай. Зумба – это фитнес под латиноамериканскую музыку. Есть близкое по названию зук. Вот это, ага. Да, это бразильский зук с различными направлениями. Вот выходит так из называемой ламбады. Это, да, танец парный, замечательный. Вот. Но есть тоже созвучный, люди некоторые путают, зумбу с кизомбой. Кизомба, да, популярна, замечательный танец, очень сейчас активно пропагандируемый в плане тактильности. Вы сразу можете прийти и очутиться в объятиях партнера, точно так же, как и через некоторое время вы можете очутиться в объятиях партнера в аргентинском танго. Вот, и если мы говорим о популярности, то среди тактильных танцев, а не фитнес, который вы можете дома делать возле телевизора, то популярны именно те танцы, в которых вы можете быстрее стать контактные. В пару. Да, так. Контактные. Аргентинская танго, кизомба, бачата. Так, ну це найбільше, мабуть, і в ваших таких колах найбільш популярні, так? Да. Танці. А за чим приходять? Невже людям не вистачає цього в да. звичайному житті? Ну, понимаете, трогать монітор,
и трогать живого человека, есть же разница. Звичайно, так. Вот, а если этот человек еще тебе улыбается, если он еще двигается, и если он желает вместе с тобой добиться успеха на танцполе, а это тоже бывает важно, тогда вы становитесь командой, которая преодолевает какие-то препятствия, а это уже напоминает маленькую жизнь, маленькую семью. Ну, ви справді багато де перемагали, багато конкурсів, і взагалі от їздите по всьому світу, дивитесь, як що відбувається. То які зараз направлення? Хто йде попереду, за ким рівняються? Чи є хореографи, справді, за якими приходять і хочуть повчитися у них? Безусловно. І практично у всіх людей, которые входят в эту индустрию на начальном этапе, есть свои кумиры танцевальные. Но чем больше и дольше они находятся в этой среде, то больше они соревнуются непосредственно сами с собой. И вот тогда важнее сделать не так, как сделала звезда, а сделать лучше, чем я сделал вчера. Вот. И вот это самый правильный путь, потому что сравнение хорошо на начальных этапах. Потом важнее то, что ты несешь определенное тепло, заряд энергии и улыбку людям. А потом уже оценка. А ви знаєте, Романе, видно, що партнерка ось в соціальних танцях більше рухається. Партнер, він її веде, він її може поставити, там, переставити, може зробити якусь підтримку. Тобто, взагалі такий, знаєте, обмін, але партнерка в цьому обміні більше рухається. Чому така несправедливість? Я не знаю. Даже не так. Задання партнера ставиться так, щоб в його руках партнерша була королевою. Вот он и старается. Вот. А задание партнерши – украшать танец и быть душой танца. И, соответственно, так и вона душа. Да, она душа танца. Она должна так посмотреть, так подбодрить и так повлиять на своего партнера, чтобы он хотел танцевать, чтобы он хотел ее защищать, чтобы он хотел быть хореографом этого танца. А мы ось бачимо, як партнер може співінснувати з партнеркою на танцполі. Ми бачимо, скільки різних варіацій використовується і як люди можуть на такому, ну, справді, майданчик невеликий, вони так щільно там стоять, але всі так добре танцюють. Ну, ви знаєте, це отривки непосредственно зв'язані з постановками моєї школи, моїх учнів. І от, розумієте, танець прекрасен в своєму многообразі. И вот обратите внимание, это все не профессиональные танцоры, это все постановки. Вот так мы отдыхаем, вот это ролики из Одессы, вот это из Доминиканской Республики, мои девчики сняли ролик себе, вот говорит, мы едем, мы хотим танцевать красиво, пожалуйста. Вот. Та, це неймовірно. Ми бачимо, як люди задоволені, а це найголовніше, щоб людина відчувала вот себе. Вот это из Венской ратуши. То есть мы путешествуємо, танцюємо. Танець, взагалі, це, знаєте, це мрія, яка може розкрити вас, розкрити ваш потенціал. А тут багато різних таких виразів партнерки, коли вона може бути одягнена, як їй підходить, як їй подобається. Тобто, насправді, немає, мабуть, чітких обмежень у костюмах, так? Чи ви рекомендуєте? Ну, звісно, там же є определені етичні запрети, ну і напоминає танець, це флірт. Так, щоб це вийшло за рамки ваших обмежень. Тому що, знаєте, як танець колись був в рамках, і ми знаємо, що є такі направлення, коли справді все чітко, коли є рухи, які можуть відображати тільки канони, тільки правила. А ось тут виходять і партнери, і партнерки виходять за якісь правила. Вы знаете, танец идет за социумом, он социальный танец, поэтому так называется. Если у нас был период определенного отношения к женщине, танец это подчеркивал. Когда-то венский вальс считался развратным. Но, тем не менее, мир в прошлом веке пережил сексуальную революцию, когда после этого появились направления сальса, бачата, в том виде, в котором мы сейчас его видим. Потому что до этого они были более в классическом, более
виде том, который соответствовал тому времени, понимаете? И поэтому, что будет дальше? Соответственно, танец будет трансформироваться за людьми. Главное, что танец путешествует вместе с человеком со времен осознания человека человеком себя. И он будет и дальше, и после нас. Главное, чтобы люди оставались людьми. Можно даже так сказать, люди останутся людьми, когда они не перестанут танцевать. Ось так, Романе, а є у вас мрія чи, може, мета, до якої ви хочете йти як хореограф? Ну, вона зв'язана з тим, що я мечтав створити танцювальну династію, але я над цим тільки працюю. Ну, я думаю, що це можливо, звісно. Переважно у батьків хореографів діти теж танцюють. Ну, як без цього, так? Треба і дитину привчати, і це так може бути, звичайно, чому б ні. Насправді, це добре, коли є династія, і коли діти можуть перевершити результати своїх батьків. Ну, так. Да. Ну що, будемо тоді вболівати за вас, будемо так дивитись на результати, на ваші, на результати вашої школи, ваших учнів. І, звичайно, хочеться, щоб ці результати були потрібні вам, щоб ви дивилися на них і знали, що я зробив. Це добре. Коли ви вже будете спокійні від того, що це все зробили? Чи цього ніколи не настане? Ви знаєте, це путь. Это путь, который танец разрешает сделать красивее. Почему надо идти на танцы? Почему надо идти и мужчинам на танцы? Потому что мужчина, он ведет женщину за собой. Вот, ну так канонически. И чтобы сделать этот путь красивее, я не скажу, что он будет, может быть гораздо дольше. Вот, но красивее танец однозначно сделает. Гармоничнее однозначно сделает. Заставит он на себя посмотреть любимую женщину? Заставит. Заставит он почувствовать себя лучше и с высоко поднятой головой? Заставит. Поэтому очень много бонусов, которые получает как мужчина, так и женщина в танце. Поэтому если вы меня спросите, что вы порекомендуете нашим телезрителям, то я скажу, танцуйте. А если боитесь, найдите меня обязательно. И я вам помогу, найду под вас направление необходимое, укажу, где вы можете ему обучиться. Ай, Романе, все вы вмієте, все знаете. И дуже добре відчуваєте людей. И в тому ваш великий плюс, що люди таки приходять і хочуть мати ось такі хореографічні, підготовлені моменти, щоб справді керуватися чимось, щоб йти вперед. І йдуть за вами. Ну, я вам бажаю успіху, лише так благодарю. Це все буде. Тож будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.